Пост не идемпотентный метод. То есть, вообще говоря, когда делается get, я захожу на xxx.com, и там, например, написано... Давайте зайдем. Так нет, все правильно, там буквы n не хватало, x, n, x, x. Если я по вот этому URL захожу get, то этот метод save. Ожидается, что на сервере ничего не изменилось. Мне выслали копию, я прочитал. Если я зашел методом delete, то значит, по отношению к этому URL, URL как бы должен указывать на данные. Это не обязательно, но надо стараться. То вот это данное, оно как бы должно исчезнуть. То есть я могу сделать get, поэтому URL увидел картинку. Если сделал delete по этому URL, потом делаю get, там ничего нет. Метод идемпотентный, потому что delete должен работать с одного раза и все, намертво. Второй вызов delete, третий, четвертый, пятый, ничего не меняет. Нужно в куках установить, поэтому адрес не показывает. Именно этому человеку. Да. Все, ты удалил. Да. Так это что, может любой пользователь в HTML, в принципе, что-то удалить? Только если сервер корректно реагирует на delete. Это скорее в таком смысле. Если вы проектируете свое веб API и хотите его сделать в стиле REST, сейчас это популярно, ну, да. Тогда ну, реализуйте. И там уже удалять получается. Как вы напишете как реализацию сервер, на сервере? Как он будет реагировать? Вы хотите стандартный сервер, вообще, наверное, ничего не удаляет. Зайти на Amazon.com, наверное, ничего не удаляет. Он просто передает метод, вызывающий, либо вызывает соответствующий метод по контроллеру, ну, метод по настройке. То есть можно настроить там, не знаю, через Spring, например, что у тебя будет вызываться, и ты, у тебя по этому методу просто будет вызываться другой функция. Например, тот же URL, да, но метод есть там get, post, delete. У тебя просто что-то другое называется. Короче, естественно, если тебе кто-то чужой предоставляет, типа Amazon, да, свой сайт, ты по нему бродишь, то, естественно, ничего там по большому счету удалить нельзя. Но если вы проектируете свое веб API, у вас своя маленькая социальная сеть, чтобы кто-то с вами интегрировался по HTTP, и там можно комментарий добавить, заапдейтить, прочитать, удалить. То есть типично, когда вы быстро проектируете API, вот если вы 4, вы говорите, у вас есть 20 сущностей, пользователи, комментарии, топики, посты, каждому предоставляете 4 метода, и в принципе человек уже может, ну у него кого-то маленький такой скейт. Он создает топик, в нем создает коммент, он проапдейтил, потом там... Тут идемпотентный. Тут как бы должен по вот этому URL помещать тело. То есть у пута есть тело, как у поста. Таким образом, я могу вроде как на сервер закинуть информацию. То есть как будто я по вот этому URL записываю тело пута. Ну, возможно, если у пута не будет тела, тогда как будто я записываю null, надо интерпретировать. То есть как на сервере решили это интерпретировать. Вот. А пост, то есть это как бы я бросаю на сервер, но это нечто вообще, то есть это не помещение по URL данных, а это при этом, это как пункт, только не идемпотентный. Например, я могу послать счет и где-то тут в хедере искать минус 100 баксов. Означает, что каждый раз, когда захожу по этому URL, это какую-то сущность указывает, например, счет или человека, да? Я говорю минус 100. То есть я вызываю второй раз, опять минус 100, минус 100, минус 100, минус 100, минус 100. Это может быть финансовая транзакция. Например, регистрации пользователей делаются обычно через пост. То есть вообще говоря, когда я захожу на бла-бла-бла регистр new user и передаю содержимое формы, то там на сервере пытаются завести юзера с такими данными. И фактически, если они выдают какой-то уникальный юзер ID, то сколько раз я вызову пост, столько раз у меня на сервере будет ну, создана такая сущность. Но обычно это не выходит, потому что я уникальный ID задаю сам. Например, это пара логин, e-mail. Ну, обычно даже логин уже является уникальным. Отдельный логин уникальный, e-mail. Поэтому, если я повторно пошлю пост, то, скорее всего,
сервер попытается и второй раз зарегить такого же человека, но когда обнаружит коллизию, то что логин такой уже есть, наверное, отбросит. Но это следствие, потому что база данных запретила иметь два юзера с одним логином. Сервер каждый раз, когда видит пост, он пытается сделать действие. В данном случае это просто рекомендации стараться проектировать на API. То, что я говорю, вот типично, у вас есть маленькая социальная сеть. Да, вы хотите, чтобы с вами интегрировались другие товарищи. Вы решаете делать это по HTTP. Да, и вам говорят, ну, то есть вы придумайте, какие у вас есть сущности. Есть юзеры, есть топики, есть круги, есть темы, есть комментарии, придумайте. И вы просто говорите, на мой там social network.ru будут сущности. Итак, у меня будет топики, у меня будут юзеры. Вопрос проектирования. Вот. Дальше будет юзер. Если я хочу создать нового юзера, то будет юзер. Тут, допустим, я должен создать ID, не указываю. Я, например, пишу юзер. Тут будет, например, пост. А в теле будет XML и написанный юзер. Ну или через имя значение. Name равен, возраст равен. Если я хочу удалить комментарий, я, видимо, пошлю delete на socialnetwork.ru/comment/id-коммента. Я хочу удалить, я должен указать ID. Ну, когда я создаю, я ID не задаю. И вот делите у него база данных. Когда я удаляю комментарий, тут там 1, 2, 3. Если я хочу посмотреть комментарий, делаю то же самое, только делаю get то же самое. А сервер просто знает, что в ответ на такой запрос нужно сходить в базу данных, вытащить комментарий с 1, 2, 3. И если delete, надо его удалить в базе. Если get, надо просто его отрендерить. И там страница комментария, как страница товара и так далее. Это просто такой каркас, такой семантический каркас для проектирования. Да, потом в конце все начинает искривляться. Хотя надо посмотреть вот средствами, например, этого Ajax. Мы же там явно указали метод. То есть можно просто глянуть. Если у нас, скажем, бизнес to customer, да? Бизнес это Amazon, customer это я. В таком случае почти наверняка кастомер пользуется браузером. И мы сталкиваемся с кучей ограничений. Что я могу послать браузеру? Да? Если же у нас, например, интеграция бизнес-ту-бизнес, то у нас на обоих концах полноценные языки программирования. То есть мой сайт, да, а есть сайт приватбанка. Ко мне ходят клиенты, подают какие-то приказы, и я хочу сходить на приватбанк, снять с человека 9 гривен. В таком случае этот конец написан на Java, тот конец написан на что-то неизвестно мне. Я могу посылать вообще любой метод. В этом случае я посылаю не браузером, я посылаю, я на Java пишу. В таком случае все, что по TCP можно просунуть, я могу забросить. Вот. И вот они вводят терминологию не идемпатентный, где-то есть сейф, идемпатент. Да, на что это сказывается? То, что, например, если у меня есть браузер, по пути может быть много прокси и сервер. На сервере, когда стоит прокси, называется почему-то reverse proxy, по-моему. Почему? Хотя работает как в России. Вот может быть браузер у меня, вот прямо маленький кэш прямо у меня в браузере. Могут быть кэши промежуточные. Есть понятие кэширующий прокси. Это такой прокси, что он смотрит, какой идет запрос, если он знает, что на этот запрос ответить, он может не пускать запрос дальше, а ответить сам. Так вот, если метод save, то есть если get, то в принципе договорились, что кэширующие прокси по пути имеют право это кэшировать. Ну, например, на сайте может быть здоровенное у меня приложение. Ему вообще каждую страницу очень тяжело рендерить. Мы находим базу данных и закачиваем какую-то свежатину. Например, страница форума. Он постоянно меняется. Если же метод get, то они могут перед собой иметь такой кэш, какой-нибудь там на плюсах, на C написанный, не знаю, там, dins. И в принципе, если ты посылаешь запрос get, они смотрят, такое в кэше есть, поэтому URL-у что отвечали? Нет. Тогда задаем сервер, и он там 100 миллисекунд рендерит.
и кладем все, тут мапа висит в памяти. URL, байты, которые вернуть. И с тех пор в течение следующих 5 секунд все, кто посылают запрос на этот URL и возвращают прямо из памяти эту штуковину. И получается, ваш форум даже не узнает, что там тысячи просмотров в секунду. Просто через 5 секунд кэш устареет, какой-то запрос пробьет, вы отрендерите новую страницу, она залипнет в кэше и отправится. Соответственно, вот этот кэширующий прокси, если идет GET, поскольку он safe, то есть он ничего на сервере не меняет. Придет он на сервер или не придет от вас, ничего там не изменится. Раз там ничего не меняется, вроде и рендерить надо вам одно и то же. В таком случае кэши могут геты кэшировать. Собственно, они геты кэшируют. А посты, например, они в принципе не кэшируют. Потому что предполагается, что если вы посылаете пост, то ваш пост что-то изменит на сервере. Это означает, что кроме того, что вам может уникальную страницу надо рендерить, например, да, ваша финансовая транзакция зарегистрирована, ваш номер такой-то, деньги переведены. Но кроме того, еще и сервер изменился. Если вам вернут кэшированную копию вашего соседа, то может быть как-то нехорошо. Как минимум забавно. Да. Еще, кстати говоря, очень часто кэшируют ресурсы. Что кэшируют? Типа скрипты, все, что. Всю статью. То, что мы смотрели, если в странице встречаются CSS, JavaScript, имиджи, браузер автоматически делает геты. Это означает, что... То есть как обычно верстаки делают? У вас на сайте есть 10 страниц. Их размер минимизируют. То есть тут только данные, которые касаются конкретной страницы. То есть там только текст фактически, который отличает эту страницу от этой. Ну может немножко верстки тут. Хотя меню обычно всегда на всех страницах с одной стороны хедер один тот же. Да, то есть они маленькие, 1 килобайт, ну не такие маленькие, 10 килобайт, 10 килобайт, 10 килобайт. Но тут куча верстки. Тут скругление, тут динамика, там размытость, тут. Это лежит в одном CSS файле. И на всех страницах подключается один тот же CSS. Лежит здоровенная JavaScript. На всех страницах подключается одна и та же JavaScript-кина. Есть какой-то набор картинок. Обычно из-за требования к одному к единому стилю сайта картинки одни и те же. У вас один тот же хедер, или у вас два хедера есть. Радостный, печальный. До 404 и спасибо, что зарегистрировались. У вас есть картинки. И сайты тоже подключают фактически одни и те же картинки. Как-то вот так. Теперь получается, вы заходите на эту страницу, после чего она у вас рендерится достаточно долго. Надо скачать HTML, потом закачать к ней CSS, он вполне может весить килобайт 50. JavaScript, он вполне может весить килобайт 200. Вы jQuery подключили. Вам все функции не нужны, но вам просто такая библиотека, 200 килобайт. Header, он бывает очень крутой, ну, все хотят JPEG, фотографическое качество, то есть это 200-300 килобайт вполне может быть. Давайте типично, я просто этот сайт писал, как мне не позорно. Это додом.ру. Додом.ру. Зовите, сколько рендерится. Хедер еще качается, видели? Вот они хотели, вот такую штуку сказать. Был плохой пример сайта. Если теперь я зайду, там, надеюсь, такой же хедер, давайте я зайду, на хедер уже будет мгновенно. Да. То есть она, наверное, горячая. Она его статически. А, оп, видите, другая картина. Оп, стоп. О, вот кися, конечно. Вот и здоровый. Поменялся, да? Да, вот когда хедер поменялся, он тык-тык-тык качался. Он достаточно тяжелый, ты же можешь посмотреть, вот это вот. Реально очень популярный. Нет, это другая какая-то фигня. Лавдом. Лав, это другой уже субдом, да, на него поменялся. А ну. Типа сайта знакомства. Итак, то есть вы присылаете запрос сюда. Например, ну, дом.ру, конкретно статистика, там было около 1 000 000 заходов в день. То есть, в принципе, ну, не мега нагруженный сайт, но достаточно хороший. Идет запрос. Например, вас бросило из поисковика. Вы искали дом.ру, вам вот сайт дом.ру. Вы нажали, зашли.
у вас закачалась HTML, после чего в HTML куча других ссылок. Давайте просто глянем. Типичный кейс. Понравилось. А, да. Он уже закашировал. Ну да, просто вот, смотри. Вот CSS. CSS. Смог пойти посмотреть вот под описание стилей. Если ты ставишь где-то класс toolbar, вот ты получаешь ширину, высоту, цвет, какие-то паддинги, флоты. Тут очень много. Или файлов 4. Дальше. Вот скрипты пошли. Кусочек внедрили почему-то. Все остальное экстерном. Непонятно. Ну что, какие-то начинаются костыли, в общем, на костылях. А вот сколько JavaScript-ов. Просто можно посмотреть, что вы используете. jQuery используете. Окей. Это такая здоровенная штука. Это и сделали обфускацию, то есть выкинули все комментарии, пробелы. Короче, комментарии, пробелы, символы форматирования, но чтобы это остался еще JavaScript. Это просто такая здоровенная HTML. А как это можно ломать вообще? Нормально. Но когда его заливали на сервер, запустили специальный опускатор JavaScript, который перенос, табуляция, две версии библиотеки просто, одно и то же. Для того, чтобы ты качал не 300 килобайт, а 200. То есть для интерпретатора это все равно. И вот такое количество. То есть просто подключает вот jQuery какой-то еще, темплейт. B64 кодировка, рекапча. И тут смесь ужасная из JavaScript в виде файла и внедренных JavaScript. Это все верстальщики делают. Нет. Это подопиливали тут кучу надо. Ну да, то есть сюда. Вот это JavaScript. Сюда лучше не попадать. Это. То есть какая-то смесь из просто. Я когда с этим сталкивался, у меня. То есть в случайном месте вдруг, то есть у нас есть таблица, перед ней JavaScript, и еще JavaScript, и гипчик. Ложная таблица, сильно обложенная. Ну и смесь просто из какого-то ужаса. Как же этот кошмар собирается? А выглядит красиво. Кусочками собирается, потом собирается где-то. Тогда что там все нужно? Я на этом проекте был, он писался в Харькове, я на проекте был лет 5 назад, там ключевая идея следующая. Проект настолько уже большой, просто вот эти вот коды, что пока он работает достаточно быстро, контора не выделяет деньги, потому что надо, допустим, один человек в месяц, чтобы это перелезать. То есть все JavaScript собрать в одно место. Надо это или нет. Начинаются вопросы, потому что может оказаться, что на этой странице используются отдельные JavaScript, но на этой странице используют 10, а на этой используются 10, но других. То есть если мы все JavaScript со всех страниц соберем в 1 MegaJSP, то он будет, допустим, 3 мегабайта. Да, тогда зайдя на первую страницу, вы 2 секунды ждете, пока он загрузится. Потом на всех страницах у вас он уже есть. Но проблема в том, что стоит ли ждать 2 секунды. Там много таких глупых вопросов, там получалось, что типа нужно 2 человека недели или 4 человека недели, чтобы сделали какие-то приятные выводы. Рефакторинг. И контора просто не выделяет одну человека месяц зарплаты, там много денег. За то, чтобы оно стало как бы лучше. Сработает и все, пусть работает. Черт с вами. Знаком. Да. И вот тут вот идея в следующем. Если мы на сервере, то есть мы обращаемся, получаем HTML, после чего сервер автоматически бросает 1, 2, 3, 4, 4 запроса, закачивает. Когда я прохожу по линке, я обращаюсь к этой странице. Эта страница автоматически посылает запросы на ту штуку, которую уже закачали этой странице. Соответственно, например, браузер, если он кэширует, большинство браузеров кэширующие, если он видит, что идет GET на тот URL, который он 100 миллисекунд назад качал, то он для этой страницы не закачивает уникальный CSS. Он берет тот CSS, который уже закачал. Но если вы CSS получаете GET, не знаю, можно ли получать постом, то автоматом GET получается.
просто такая договоренность, что все считают, что GET можно кешировать, потому что он сейф, он ничего не меняет на сервере. Если когда-то кто-то спросил, ты даже на другой странице этот CSS закачал, для этой страницы нет смысла качать. То есть для этой страницы будет получен CSS или нет, на сервере ничего не изменится. В реальности на сервере, конечно, что-то меняется. Например, на сервере могут завести свой личный счетчик, сколько было заходов от данного юзера в течение суток. Тогда любой запрос будет считаться. Но это мои проблемы. То есть, если прокси закашируют GET, то вот кашируют. Давайте еще по чуть-чуть и заканчивать. Вот они, сейф, вот GET. GET и GET options. Ну тут, так, и депатентные. Путы удалить и депатентные. Всякий сейф метод является депатентом. Да, мост не является депатентным. Так он не сейф? Да, он не сейф. Сейф — это тот метод, который вызвали или нет, это одно и то же. Ну, то есть на сервере ничего не изменилось. Например, вы просто прочитали. И депатентное — это такое, что если вы первый раз вызвали, то второй раз ничего не изменится. Третий, четвертый, пятый. Например, для того, чтобы загрузить что-то или заполнить форму. Да. То есть один раз сделать не будем, не будем же второй раз то же самое отсылать, если форму уже заполнить. Ваня, так тогда логично поменять put и post местами. Сейчас. Апдейт это put. Потому что мы post постоянно апдейтим и новые данные. Имеется, наверное, апдейт, в смысле, например, равно 1. А здесь вроде как я создаю новый объект. Ну тут, то есть аналогия может быть... Ну пост это какой-то коммент отправить, отправляешь точно такой же коммент, отправляется еще один точно такой же коммент. А put это присвоить айдишнику один, там имя, я один делаю, там. Я делаю edit коммента. Ну не важно, да, что-то изменить, что... что-то конкретное. Ты будешь, сколько раз ты бы его не менял на это же, ну он не поменяется. Тогда ты все хорошо. Со 101-го, да. То есть мне это одно и то же, да? Да. Ты сказал там update table, аудишник коды и ассистентные аккаунты. Description. Сколько бы ты description не менял, я могу так делать, все равно останется то же самое. Голова забита. Потому что ты все равно говоришь. Значит так, смотри. Первоначальная модель HTTP такая, что устанавливается TCP соединение. По нему шлется какой-то запрос, например, GET. По нему получается ответ, и какая-то из сторон рвет соединение. Поскольку в TCP соединение можно рвать асимметрично, то, наверное, посылающий запрос послал запрос и порвал соединение, то есть послал пакет, что я больше не буду слать данных, все, как бы закрыл свой конец. Те отрендерили ответ, закрыли свой конец. В TCP можно закрыть в одну сторону его. То есть если эта сторона этой посылает фин, означает, что я тебе больше слать не буду. Но назад можно данные слать. То есть, вообще говоря, я не знаю просто, кто должен был рвать соединение или обои. Ну, не было. Создается TCP соединение, посылается запрос, получается ответ, закрывается. Это класс дорогостоящий. Поэтому персистентный connection. Это когда клиент создает connection и пишет connection keep alive. То есть я не буду закрывать свой конец, а ты не закрывай, если можешь. При этом получается, посылается запрос, сервер отвечает, а TCP остается. Если клиент хочет послать еще запрос, а в случае с HTML, из которой десятки ссылок на сервер, это вполне нормально, что он закачивает HTML, но в ней видит еще CSS, и имиджер тут же посылает запрос еще на сервер, то он посылает тот же самый TCP соединение. Это персистентное соединение. Персистентный connection. Есть еще HTTP pipeline, но он что-то не пошел в массы, заключается в следующем. То есть стандарт его содержит, поддерживают ли его все браузеры, как его использовать, я не знаю. Явно никак, наверное, это браузер должен. Где в следующем? Что можно открыть? В чем проблема обычного соединения? Что даже в стреле в идеальном случае, если сайт достаточно далеко, у меня пинг-понг занимает 1/6 часть секунды. Это если мгновенно сервер отрендерит. А если сервер рендерит, допустим, полсекунды. 0,5 секунды, да? А мне надо, как мы смотрели,
мне необходимо закачать, допустим, 100 маленьких картинок. Это означает, что я буду в течение 50 секунд get картинка, получи, get картинка, получи, get картинка, получи. Здесь начинается следующее. То есть первое предложение HTTP pipelining. Это давайте разрешим в протоколе сделать следующее. Не запрос-ответ, а можно послать get, туда послать еще, get, послать туда еще, get, ну точнее get, get, get. А назад, то есть я послал get там img 0 jpg, 1 jpg, 2 jpg. И в ответ пошли ответы. То есть в один и тот же TCP соединение, я бы в автоматную очередь выстрелил, оттуда пошли в ответ. Все хорошо, в этом смысле получается, мне надо 100 запросов, вопрос, с какой скоростью успею 100 запросов записать в сеть. Если у меня гигабитная сеть, это мгновенно. Тут проблема возникла в следующем, что поскольку у HTTP запросов нет ID, то возвращать их обязаны точно в таком же порядке. Это означает, что если какой-то из запросов на сервере вдруг вызвал необходимость рендеринга на 5 секунд, то остальные ответы переслать не могут. То есть если я дал справки на подпись, а в справках нет ID или там запросы, если есть ID, то они могут мне вернуть часть справок подписанной, потом часть, часть и часть. Если у справок нет ID, то я стопку отнес, они все подписали и также мне стопку вернули в таком же порядке. Если справка какая-то задержалась, мне нельзя вернуть стопку без этой справки, я не смогу восстановить порядок. Проблема HTTP пайплайнинга. Вот. Поэтому обычно делают как? Браузер. Обычно, когда видит, закачивает страницу, а там сотня ссылок, он открывает много одновременно TCP соединений на сервер и по каждому отдельно шлет GET. Да, 10, 20, 100, ну, то есть 100 TCP соединений — это совершенно элементарно. То есть это как 100 потоков, 100 TCP соединений — это элементарно. Никто, ничто еще не ложится. Однако тут договорились, что браузеры, в зависимости от типа браузера, это по-разному, но в общем они не открывают больше, чем 4 одновременно TCP соединения. Ну, то есть если один открывается TCP соединение, пошел GET, оттуда пришла HTML. В HTML 100 разных картинок, 100 ссылок. Вот что браузер, если у него были персистентные коннекшены и сервер поддерживает. Он не закрывает первое соединение, он открывает дополнительные 3 и начинает по всем шуровать. Посылает 4 гета, закачивает, посылает, ну, одна независимость, посылает гет и закачивает. Вот. Почему только 4? Ну, решили, что вы можете написать собственный браузер, который будет мгновенно все загружать, открывая сколько надо соединений. Но договорились, что браузеры не должны открывать там достаточно сильно много одновременных соединений, потому что ну, если вы откроете 100 TCP соединений, и это 100 TCP соединений, сервер может рухнуть где-то при 10 тысячах соединений. Ну, это где-то типичный текущий предел где-то, когда уже начинает там что-то кряхтеть. Получается, 100, наверное, человек зашло, каждый по 100 соединений открыл, и все легло. Поэтому браузеры там 4, 8, 2, они там отличаются. Да, тут надо понимать, что у сети есть две разных как бы мощности, крутости. Первое – это пропускная способность. Вторая – это задержки. Если у вас невероятная пропускная способность сети, она пропускает 1 терабайт в секунду. Это ничего не значит, если вы посылаете запрос, а у вас ответ проходит только через секунду. То есть да, если вы на сервер заливаете бэкап, вам никакой ответ не нужен. Вам нужен ответ окей, бэкап принят. Вы открываете соединение, начинаете терабайт качать. Закачали, через секунду ответ принято. Если у вас какой-то протокол, который подразумевает последовательность шагов, то есть я обращаюсь на индекс GSP. После чего я жду, пока придет индекс GSP. Я его прочитаю, вижу там ссылки. Я пойду по ссылкам, оттуда придет ответ. Получается, мне может быть не так уже важно, сколько у меня терабайт или гигабайт проходит в один конец, как какое минимальное время, если я туда байт послал и байт пришел назад. То есть если это время достаточно длинное, секунда, то у меня каждый раунд переговоров занимает секунду. И вот оказывается, что в интернете мы постоянно сталкиваемся вот с этим зачастую. То есть пинг-понг 100-200 миллисекунд. То есть 5 этапов уже секунда. Секунду человек уже замечает.
Поскольку браузер открывает не больше, в общем-то, 4 соединений, выкручивается следующим. Браузер открывает не больше, чем 4 соединения на один домен. Поэтому часто получается, что... Ну, сейчас посмотрим. Кого-то надо найти. Раньше требовалось за это. Да. Вот, например, может быть, C3. Это субдомен. Ну, не понятно, для чего он сделан. C8, 06, S11, точка, дом, двору. Нет, это другое. Все, по кругу пошли. Тут нет. Может, как-то. Ну, просто типичное решение. Тут точно такое же было. Заводятся субдомены. Img0, например, дом 2.ru. Img1, а, может быть, дом 2.ru. Img2, дом 2.ru. То есть, когда вы заходите и видите, что у вас часть картинок здесь, часть картинок здесь, часть картинок здесь, то браузер имеет право открыть не более 4 соединений сюда, 4 соединений сюда, 4 соединений сюда и так далее. То есть если вы, получается, браузер, он как бы защищает сервер, он говорит, не больше 4 одновременных соединений. Ну, потому что иначе браузер автоматически бах и 4 потока на сервере мучает, 4 потока. Но если вы согласны с тем, что вы можете выдержать одного клиента и, допустим, 24 соединения, вы делаете 6 субдоменов, раскидываете свои ресурсы по этим субдоменам, и браузер на каждый из них открывает вам по 4 соединения. Типичная проблема, то есть верстальщики как делают, им удобно все составить из маленьких кусочков, постоянно с чудовищным дизайном. И получается вот это вот, 20 CSS, 20 JavaScript, 100 маленьких гифов. И возникает реальная проблема, чтобы человек, ну, когда клацал по ссылкам, он очень быстро видел страницы, а не ждал по 3 секунды каждый раз. Так. Sessions. Браузер точно только с доменами работает, он там не различает, один и пишет два раза. Мне кажется, что это на уровне, ну, по крайней мере, я видел, что это решается на уровне субдоменов. Но субдомены могут писать на разные пишет. Да. Мне кажется, что это касается только имен. То есть, в принципе, из того, я могу ошибаться, но я помню, то есть, все висело в реальности на одном айпишнике, просто-напросто лепишь кучу субдоменов, получается, прописываешь это в DNS, да? А что теперь уже не знают IP-адрес, да? Ну, браузер-то знает. Ограничение 4, не больше 4 TCP соединений на что, он на уровне браузера. Браузер знает. Но мы делали, мы имели один IP-шник, мы имели один IP-шник, много субдоменов, и это работало. Точно? Да. Проверять? Да. А с какими браузерами работал? С C6 написано, что работал. Окей, и еще одна штука. Смотрите, что сейчас происходит в мире HTML. HTTP. Одна из ключевых проблем сейчас в очень динамичном мире HTTP то, что он асимметричен. Хотя TCP, лежащий под ним, симметричен, клиент и сервер одинаковые роли. Сначала клиент устанавливается один, а потом асимметрично. В любую сторону пишешь, что хочешь. В HTTP абсолютно четко. Один посылает запросы, другой посылает ответы. Если сервер, хотя TCP у меня свободен, если сервер напишет мне GET, то нормальный браузер должен быстро это дело прикрыть. В принципе, если я на обоих концах пишу, я могу любой протокол. Но по HTTP четко асимметрично. То есть тот, кто послал GET, это клиент. Ему нельзя по тому же встречному TCP соединению задать GET или POST или DELETE. Он тоже ответит.
В принципе, браузер мог бы быть встроен наш сервер. Из этого возникает проблема. Что делать, если когда я открываю страницу на сайте, правильно? То с точки зрения протокола пошел запрос, пришел ответ, и все, и мы независимые штуки. Но по-человечески я сейчас смотрю, когда я смотрю на страницу браузера, мне кажется, что я смотрю на сервер. То есть я ожидаю, что если на сервере что-то меняется, у меня в браузере тоже меняется. Ну, может сесть сжать F5, конечно. Но вообще хотелось бы, чтобы, если я смотрю, например, ну, типичные там торги на валютах, какой-то рынок Форекс. Я зашел на Forex.ru, залогинился, смотрю на страницу, я хотел бы, чтобы когда на сервере что-то изменилось, покупки, продажи, курс у меня в окне тоже менялось. Но с точки зрения протокола, запрос, ответ, все, как бы разорвано соединение. Хочешь что-то получить, пошли запрос, нажми F5, нажми на линку. Вот. А сервер клиенту не может прислать запрос по протоколу HTTP. И это начинает лечить. Лечение первое, называется коммент. Не помню, как расшифровывается. Это когда пытаются сделать пересыл данных из сервера в клиент средствами Аякса. Как, например, делают? Ну, например, можно написать JavaScript-код, который я стою на странице, а он раз в секунду посылает запрос на сервер. С одной стороны, это очень легко реализовать. С другой стороны, это получается, что если у вас одновременно 1000 клиентов, то у вас на сервер, они просто пассивно смотрят на страницу. Человек зашел и смотрит на страницу, 5 минут читает текст. То есть сколько у вас клиентских браузеров, столько у вас запросов в секунду. 10 тысяч клиентов, вам уже нужен мега-сервер. Вы еще не очень популярный ресурс, уже нужен мега-сервер. Вот. Можно сделать по-другому. Можно, например, сделать так. То есть это называется, как бы, протокол более высокого уровня, мой, который я реализую сам, на JavaScript пишу, начинает извращенно использовать HTTP. Можно, например, послать на JavaScript запрос. Да, какой-нибудь GET самый обычный. А на сервере не отрендерить ту же страницу, а ничего не ответить. HTTP там в районе 30 секунд ожидается ответа. Если бы сделать это в браузере бы крутилось колесико. Но поскольку вы сделали это JavaScript, крутящееся колесико никто не видит. Это означает, что если в течение 30 секунд у сервера появятся данные, он в этот момент может отрендерить ответ. А клиент тут же делает новый запрос. Я как бы посылаю куда-то запрос, а когда у них появятся данные, мне пришлют ответ. При этом тоже получается проблема следующая. Хотя теперь нет 1000 запросов в секунду, теперь есть следующее. У тебя на сервер одновременно открыто столько TCP-сокетов, сколько у тебя клиентов одновременно. Но, по крайней мере, по этим соединениям ничего не происходит. Вот тут начинается библиотека Java Neo и Neo 2. Она тоже в Java Neo хранится. Там говорят, что они, то есть это во всем мире, во всех операционках это есть, но они говорят, что мы так переписали сокеты, что если их вот так используете, если у вас будут очень простые запросы и очень простые ответы, то сервер начинает, скажем, загибаться, когда у вас, допустим, в районе 10 тысяч запросов ответов в секунду. Если же у вас просто стоят TCP, по которым открытое соединение, по которым не идут данные, только редко-редко по каким-то TCP вы кидаете данные, то вроде бы удается там выжать, допустим, 50 тысяч одновременных открытых TCP-сокетов. То есть надо понимать, что если по TCP, если вы послали запрос, а вам не отвечают, то физически означает, что вообще пакеты не ходят. То есть в реальности никто не работает. Просто хитрость в том, чтобы та сетевая карта одновременно помнила, что у ней она в 50 тысяч мест держит соединение. То есть когда появятся данные, ну типично это чат, например. Мы все приконнектились, но никто не пишет. Да, у меня скайп постоянно включен. То есть он постоянно соединен с сервером. Когда в сервере происходит обновление, мне присылают месседж, это редко будет, но я хотел бы поскорее его увидеть. Иван, вот ответ пришел до 30 секунд. А если прошло 30 секунд, что происходит? Новый запрос.
линия как-то обрывается, ну, это зависит, как реализовать. Можно сервер прислать, например, извинишку. Можно ждать, пока оно само оборвется, это не очень приятно. Лучше сервер через 29 секунд пришлет мне какой-то ответ, который означает там, что... Запустил скрипт за еще 30 секунд. И тут на JavaScript написать полноценный код, который, например, тут же делает второй запрос. Можно так, можно послать get, а назад писать постоянно. Поскольку есть ограничение, сколько можно, сколько держится соединение без ответа, но нет ограничения, сколько держится соединение с ответом. Когда смотришь потоковое видео где-то на этом, то ты целый час у тебя идет. Ты посылаешь какой-то get, и целый час у тебя пошел назад ответ. То есть, в принципе, сервер может отвечать со скоростью 1 байт в секунду. Он присылает 0. Или там, не знаю, символ 0, например, раз в секунду. 0, 0, 0. А я на клиенте должен в JavaScript писать. То есть, пока идут нули, значит, ничего нет. С точки зрения HTTP, то есть, с точки зрения браузера и серверного ПО, ну, нормально, послали запрос, пошел ответ. Да, очень медленно, ну, вот такая скорость. Как только будут данные, можно вместо нуля послать, например, XML, ну или текстом. Ну, главное, что я понял, что не ноль. Можно делать многоканальное. То есть можно послать много гетов, много каналов образуются. Это требуется, когда делаются всякие, например, ну, типичные это чаты. Типичные это браузерные игры. Если хочешь написать игру на HTML5, без флеша, без ничего. То есть получается, что игра пишется на JavaScript, а потом начинается, что нужен соединение с сервером. Там какое-то поле боя, другие игроки его обновляют, и мне нужно накатывать изменения. Чтобы у меня танчики ездили, надо, чтобы сервер присылал мне новые координаты. В общем-то, из-за этого сейчас появился, вроде ввели уже стандарт, такой стандарт WebSocket. В HTTP ввели понятие upgrade протокола. Если я посылаю запрос серверу, сервер может прислать мне такой ответ, что типа давай перейдем на другой протокол. Если я говорю давай, то, собственно говоря, с тех пор я по тому же TCP соединению начинаю писать не в стиле HTTP, а в каком-то другом протоколе. Протокол апгрейда описан в HTTP. Во что апгрейдится, это решают клиент и сервер. То есть сервер, например, посылает, клиент посылает запрос, get. Сервер рендерит страницу и параллельно в хедер говорит: слушай, давай перейдем на, вот тебе список протоколов, выбирай. Веб-сокеты, какие там вот сейчас Google, Facebook, на перегонки предлагают другие протоколы. Что-то типа HTTP, только, во-первых, чтобы сервер тоже мог напрямую послать запрос клиенту. Второе, чтобы он был более сжат. Потому что в HTTP много проблем, например, любой запрос по HTTP обязан передавать все хедеры. И, например, все куки. Если кука уже, допустим, 4 килобайта, то как ты кнопку нажал, надо передать координаты x, y, а у тебя идет хедер не 4 килобайта. Сервер хочет тебе тоже хедер. Здесь много протоколов, вот это самый популярный. А у Google есть какой-то S, давайте глянем, это прямо сейчас стандартизации. WebSocket, что-то versus. Google Node. Google Engine. Нет, это не то. Спини, по-моему. Это придумал Google протокол. Это самые свежие вещи. Вот HTTP 2.0 сейчас выходит, только вот совсем еще, ну. И тут начинается, то есть апгрейд протокола уже наложен в HTTP, но не сказано во что. То есть это посылает get. Это говорит, давай перейдем на протокол A, B или C. Говорит, у меня есть такие протоколы. Клиент говорит, хорошо, давай перейдем на протокол B. Сервер говорит, все, пошли по протоколу D, B. И по тому же самому сокету теперь они гоняют запросы ответы не в HTTP, а в каком-то другом протоколе. Соответственно, как происходит? Например, Google придумает свой протокол Speedy. Его сервера в там, YouTube там, и все прочее, да, поддерживают этот протокол. И Chrome поддерживает этот протокол. То есть, когда ты заходишь на Google.com, ну, на YouTube, да, он тебе говорит, слушай, это классно, давай перейдем на протокол Speedy. Если клиент Chrome, он говорит, да, давай перейдем. Они переходят, соответственно, взаимодействие...